Инсине. Хороший пас и удар в лед. 3-0. Пожалуй, 3-0 Фиорентина не заслужила. Многовато. Слишком жаль, если начнутся какие-то треволнения. Но я думаю, что к работе Монтелло претензий быть не может. Однако люди любят обращать на всякие серии внимание. И серия, конечно, не хорошая. Получается, с двумя поражениями по 0-3. Но, с другой стороны, значит, не повезет киевскому «Динамо» на неделе, поскольку очень мотивированной приедет сюда команда. Не сюда, а туда, в Киев. Но желание добиться все-таки после вот таких неудачных матчей хорошего результата. Ну, трудно сказать, я не нашел бы сразу объяснение. Говорят всегда, знаете, счет на табло. Да, счет на табло, но я абсолютно уверен в том, что...